Господа и дамы, я имею приветствовать всех от имени лица революционного Черноморского флота. Мне кто-нибудь скажет, это налет? Прошу немного помолчать. Иначе мне придется сделать что-то такое, за что потом всем будет неудобно. Это не налет. Может быть, это похоже на налет, но это совсем другое дело. Так что я предлагаю добровольно пожертвовать на нужды трудящихся и революции. Сейчас товарищи пройдутся и соберут то, чем богаты. Печатку снимайте. Она не снимается. Пиндос, тут у человека печатка не снимается, помоги ему. Не надо помогать, я сам. Яша, да вы стали матросом. Ваш папа знает, чем вы тут занимаетесь? Зачем ему знать за такие глупости? Давайте ваш бумажник. Ради бога, не говорите папе, а то что переживать.